Понад 600 ям під могили для тих, хто помре від коронавірусної інфекції. На території 12 кладовищ Дніпра міська рада виділила 615 ділянок для можливого захоронення померлих від COVID-19. Найбільша кількість ям на Діївському кладовищі. Станом на 2 квітня їх близько 400. Також мерія закупила 2000 герметичних цупких мішків для того, аби попередити розповсюдження інфекції від померлих. Заступник міського голови Михайло Лисенко зазначає, на наступній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підніматиме питання про заборону розтину всіх померлих людей, у яких підтвердять наявність коронавірусної інфекції. Мы не знаем, как дальше ситуация будет развиваться, поэтому нами было принято такое решение. На следующей комиссии ТБЧС я уже обращался и к главному санитарному врачу Украины, пока ответа от него нет. Нами будет принято решение о том, что на период карантина, скорее всего, все умершие с территории всех моргов города Днепр, вне зависимости от диагноза, будут выдаваться в исключительно закрытых, прошу прощения, забитых гробах, а лица, которым был установлен диагноз коронавирус, мы запретим их вскрыть на территории города Днепр для того, чтобы предупредить инфицирование сотрудников судебно-медицинских моргов, патологоанатомических отделений, поскольку все прекрасно понимают, при вскрытии это максимальная вспышка распространения инфекции. Мы заказали 2000 мешков. Это раньше, если мы использовали их для смерти, если люди погибают в дорожно-транспортном происшествии, либо скоропостижные. У нас с прошлого года все захоронения, все трупы доставляются на территорию судебно-медицинских моргов в этих мешках, но в этом году мы их заказали больше плотностью, и там совершенно другой замок, который будет препятствовать распространению инфекции.